Барби. До вечера. Что это было, Скипер? Что происходит? Я сама. А, ты отправляешься в поход? В мегатеатре Малибу состоится выступление Кори Лимозейна. Когда касса откроется, мы должны быть первыми. Правда? Звучит заманчиво. А нам можно, Барби? Можно? Ну, конечно. Нельзя. Что? Туда придут все мои друзья, и мои сестры мне там не нужны. Вместе в вагоне вот. На нашем фоне ты выглядишь круче. Вместе нам будет весело. Вы портите мне нервы. Я еще никому не испортила ни одного нерва. Подростки. Давайте вместе пойдем и купим билеты. Мы ведь все любим Кори Ламазейна, правда? Честно говоря, я предпочитаю горячий металл. Это выступление самое важное событие моей жизни, не считая снятия брекетов. Не переживай, Аллегра, мы точно будем первыми в очереди. И от него пахнет леденцами. И у него есть обезьянка. Что вы тут делаете? Я думаю, сестрам больше времени надо проводить вместе. У меня встреча с друзьями. Барби, где здесь туалет? Там, где аллея заворачивает, поверни налево. Это недалеко от лыжного трамплина. Не мешало бы здесь убирать чаще? Я могу немного времени провести со своими друзьями, без сестер. Ну, конечно, Скип. Не обращай на нас внимания. Спасибо. Барби, у нас есть живая рыба. Эй, кто в вагончике? Ты от меня что-то скрываешь? Нет, это моя сестра, Барби. Благодарю. Привет! Кого это они так приветствуют? Кого вы так приветствуете? Это Барби! Пришло время воспользоваться секретным оружием. Эй, девчонки, смотрите внимательно! Никто не устоит перед моим голосом. А Барби есть медведь! Вы не знаете, кто я? А, мама! Слушай, ты действуешь мне на нервы. Простите, простите. Барби, поехали домой. Но мы не купили билеты. Поверь мне, с меня достаточно этого Кори Лимузейна. Лучше я побуду с вами. А я лучше послушаю радио.